Так, всем привет. Продолжаем Medieval Dynasty. Сегодня пятница, завтра выходные. Можем позволить себе подольше побегать, поисследовать, что мы там исследуем, пособирать, что собираем. Главное, что мы можем сделать, это разобраться, что там с полями. Настроить автоматическую сборку, посев и вот это вот всего. У нас есть огромное поле, которое мы можем разделить на наши нужды. И посмотрим, как там что выставить. Нам нужна рожь и... рожь и овес для корма, как минимум. И лен для всяких ниток, тряпок. Ну, короче, производство в целом. Так, а что я с косой? А, я скашивал. Клал там чуваку, который у нас стоит, спину, блядь, разминает и не работает. Такое чисто, блядь. Думает, все в порядке. У нас на грядке все в порядке. Так, а у нас осень, и у нас вообще пора... О, смотри, собирает. У нас осень, и у нас пора сажать рожь на зиму. Так, это я не туда делаю. Так, управление. Это же здесь... Поле 1, поле 2. А где понять? Вот это самое большое, 11,6. Ага. Так, а как им управлять дальше? Ну вот очистить, это, наверное, что надо будет нам все убрать. Но она и так его убирает. А как-то можно по... Ага. Вот это классно. Так, теперь... Изменить посевы. Давай посчитаем, сколько у нас тут клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нечетно нихуя, да? Да какая пшеница? Убери ты это. Блять. Ладно. Изменить посевы. Нам нужен овес. Так, изменить посевы. Рожь. Так, изменить посевы. Лен. Так, это по сколько штук получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По 21. Ну, я думаю, пока будет достаточно. А там разберемся. И, например... Да то пусть будет пшеница, если что, продадим. А у нас пшеницы, наверное, ни хера нет. А может и есть. Я не помню. Так, как применить теперь? Все, наверное. Просто назад возвращаемся. Так, все, применить настройку поля я сделал. Да. И что? Так, это текущее состояние, да, это у нас еще ничего не убрало, а так, типа, график работ, да, вот она у нас, типа, такая-такая-такая культура, и она будет со всем этим разбираться сама уж как-нибудь. Так, дальше смотрим на поле. Так, а здесь у нас что? Так. Так.
Так, здесь еще лен. Так, здесь тоже график работ сделали. Здесь у нас пусть будет тогда. Ой, блядь. Так, здесь распределили. Это не распределили, да, получается? Давайте здесь капуста. 4 штучки достаточно вполне пока что. И вот здесь... А я не знаю, что здесь. Ну, свекла, например. Наверное. Ну да, а чё? Чего у нас больше всего есть, то и будем сажать. Применить, назад, сохранить. Все, у нас здесь будет свекла. Ну и пусть она этим занимается, короче. А чувак пусть бьет палкой овес пока что. Потом мы ему добавим еще культуры. Пусть занимается. Ну вот он что-то уже тут мелит, блядь. Херачит. Здесь у нас что? Здесь мы переместили все зерно и все наши инструменты. Серп, мотыга. Так, а удобрения мы сюда перенесли? Да. Мы сюда будем скидывать, значит, удобрения. Пшеница у нас здесь есть, лен есть. Мак. До хера. Так, это навоз. Овсяное зерно. А ржаного уже, блядь, просто до ебеней. А почему овсяного так мало? А, ну потому что сейчас, наверное, соберет и будет у нас до хрена опять его. Капуста есть, лук есть, морковь, свекла. А, льняное семя тоже есть, все. Достаточно. Так, пойдемте еще в хранилище посмотрим. Может, уже что-то накрафтилось. Так, зерно пшеницы собрать. Льняная нить. Это не то. Вот овсяное зерно 11. Ну, овес она сюда складывает, а он уже будет молотить. Будет все здесь молотить. Так, а ржаное зерно вот еще 10. Давайте все перенесем опять же сюда. Сюда, сюда, сюда. Все прекрасно, все замечательно. Можем даже так побегать. Так, а что это у нас значит осень? А куда у нас стоит отметка? Уберем отметку. Не надо нам ничего. Есть у нас какие-нибудь задания, которые нужно выполнить в этом сезоне? Нет, это нет. Лет до исчисления задания 10. Поговорить с Альвином надо. Да, но оно отражается потом в дневнике же все равно. Я хотел посмотреть, сюжетные тоже имеют некоторый срок. Вот, например, поговорить с Альвином, 10 лет осталось. Я про это. Ну, попробуем поговорить, раз у нас и так все занимаются своими делами, а у нас
Можно попробовать только почистить свинарник. Где цыплята? А? Это у меня к вам вопросы, блядь, пернатые. Вон там уже 3 яйца лежит в этом. Где мы оставляли тогда 2, и ничего нет, не происходит. Чё по корму? Корм 90. Так, а у этих чё по корму? Жопа в говне. И маленький поросенок. Так. 80. 80 пока нормально. Так, сделали. Ок. А компост на яму где мы поставили? Так, гниль 299. Собрали. Тоже пойдем из нее что-нибудь сделаем. Но ничего-нибудь, а удобрение. Так, удобрение из навоза и удобрение из этого, из гнили. Так, надо что-нибудь тогда в эту компостную яму закинуть из житницы, что не съелось. Так, отл. Сейчас только лишнее скинем. Гниль лишнюю скинем. Так, жареное мясо. Это мое. Это что-то тут стоит, херачит. Так. Удобрение. И сколько у нас тут всего удобрений уже? 92. Ну, отлично. Сколько у нас поля было? 7 на 11, 77. Ну, вполне достаточно. Хватит удобрений, это уж точно. Возможно, какие-нибудь мешки ёбнутся, еще что-нибудь. Давайте посмотрим, много ли у нас там мешков. И вообще, было бы прикольно, наверное, сумку сделать. Сумка-то меньше расходуется, чем мешочек. Так ведь? А, нет, нет, есть сумка. Ну, лучше еще одну сделать. Хватит? Да, у меня сезон точно хватит. Тут знаток просто Medieval Dynasty появился, который дальше уже ушел во всем. Так, а ты решил типа сначала это поле все сделать, а потом что-то к остальным перейти или что? Ну, она до конца осени мне все засеет или что? Типа она на сотку будет выкладываться. Ну-ка, блядь. Управление. Она у нас в этом. Земледелие. Фермерский сарай, да? А, все, тут это, ничего, да? То есть она... Ну ладно, пусть занимается, короче. А, с Альвином я не буду говорить, пошел он в жопу, короче. Мы с ним говорили, он сказал, давай на спор, кто кого перестреляет. Ну, нет, мне такие задания вообще нахуй не интересны. Поговорить с Домогой. Вот с Домогоем поговорим, где у нас Домогой находится. Карта где-то в жопе мира. Вот здесь или где? А где все задания? Вот сюда. Пиздос далеко. Да ладно, не так уж далеко. Это от моего дома. Давайте сделаем быстро сохранение. Погнали. Это с тем челиком поговорить, который будет охранять медика. Бля, этот... Понятно. Так,
Ну а может тогда нам не делать ничего такого? Может нам взять задание типа из деревни, типа убивать кроликов? Только мне будет сложнее. Потому что у меня... Потому что у меня выносливость, блядь, расходуется. Ладно, пойдемте до Домогоя. Посмотрим, сколько он нам даст задания, насколько оно будет срочное. Ой. Тут нет, да, срока? Нет, тут есть срок. 12 лет. Нет, я тогда, знаешь, что пошел? Я пошел просто тогда в этот, в деревню, в соседнюю, в Гостовию. Посмотрю, кому там просто нужна помощь, типа охота, мешки, блядь, кожа, вот это вот все говно. Нет. Ну, мы ж на карте можем посмотреть. Вот здесь что-то есть. И вот здесь что-то есть. Блять, что-то мы никак не определимся, ладно. Но осталось полосени, надо бы за это время успеть что-то сделать. Кому-то помочь. Ну, я надеюсь, то, что я успею. А вообще, надо было не заниматься херней, а идти в эту, блядь, в пещеру и добывать медь и олово, чтобы сделать бронзу. Потому что у нас многие инструменты пошли по этому, по одному месту. А у нас сейчас все будут заняты, там охотники, еще что-то. Где нужны нормальные инструменты, которые на подольше хватит. Ну ладно, одно задание какое-нибудь сделаем. И свалим. Не будем все сделать. Давай, побежал, чувак. Так, только главное не встретить никого по пути. Типа, блядь, каких-нибудь разбойников. Бля, бурдюк съели. Орлан ходит. Быстрое сохранение. Побежали дальше. О, волки. Ты прям как знала. Ну и пошли в жопу волки. Не, мне, короче, что-то в эту игру непривычно от третьего играть, поэтому я переключился на первое лицо. Так, мне вообще интересно, когда у меня эти охотницы вылезут из декрета. Так, ну мы добежали до городка. Так, какое из них задание будет полегче? Кто-нибудь может мне сказать? Так, это что-то здесь? Нет, не здесь. Угу. Так, ты что хочешь? Что тебе нужно? Да стой! Так, я потерял лук. Может, кто-то его украл. Так, а тут можно купить какой-нибудь лук?
Так, это повар, да? Так, а кузнец или охотник нам нужен, да? Чтобы лук. Да? Блять, а что за хуйня? Чего? Посмотрел, нет ли лука, тут не лежит. Почему? Сбывать, но... Ой. Две копейки. Копейка рубль бережет, или как там говорится. Ну-ка, блядь, выпусти меня. Коза? У них есть козы? Охренеть. Бебешки. М? Так, не сюда. К себе опять в деревню, что ли? Нет, это делается только в охотничьем домике. Где? Нет. Блядь, а чё у вас деревня такая херовая? Whatever you need, I've got it. For you. Have a good day. Да иди ты нахер с такими пожеланиями. Так, а это что? А это обычный дом. Видимо, главного. Потому что все остальные говенные. А этот такой... Ладно, соседняя деревня где тут? Ну, вот здесь точно охотница есть. Да? Сколько бежать? 500 метров. Погнали. Ну, потому что до себя бежать, ну, как-то далеко совсем. Ну, ты чего? Нет, я не буду брать за второе задание. Я вспомнил, что у меня есть дела поважнее, чем брать задание у каких-то левых чувачков. Так, кажется, волк где-то мне хочет жопу отгрызть. Нет, не буду я второе задание брать, я пойду в пещеру. Что налево? Вот сюда? Мост. И все. И все, аж вы что хотели? Нет у меня кладов, меня игра это... Ну вы поняли. Ну конечно. Чисто, блин, закладчик. Так, кто у вас охотник? Кто у вас продает луки? Так, давай задание сразу сменим. Ну, вот это вот в этом сезоне как раз нужно делать. Вот он. Большой лук? Hello, traveler. Goodbye. Так. Hello. My wares never disappoint. Have a good day. А что ты думаешь, это оно? A newcomer. Only the best products here. Так, это кузнец, это не повар, блядь. А где у них повар?
А может нет? Так, а у вас что, блядь, разделение по деревням идется? Так, ладно, повар в той деревне был, короче, нам просто нужно побыстрее. Да нету тут, видишь... Нет, ты меня заставляешь заниматься уже какой-то дичью. Я не хочу это делать, я пойду в эту... В пещеру. Нет, тут, видишь, есть кузнец, есть охотник. Где Гризель? Ну, один вот этот, да. Ладно, все, я побежал. Задание потом буду выполнять, когда буду уверен, что в моей деревне все отлично. А еще у меня чувак не может бегать, как у тебя. Поэтому я очень медленно побегу. Отдавайте одно задание. Так, никто-то не разбился на тележке. Случаем. Нет, ничего такого не вижу. Не, мне что-то не фартит на всякие эти ваши приколюхи. А вот на волков фартит. Ну, ножницы для стрижки я уже тоже находил один раз. Они у меня валяются где-то в деревне. Блядь! Шерстяной пес, блядь! Блядь, ну ты сейчас получишь, нахуй. Да бей ты его! Так, он здесь где-то, да? Что ты тут делаешь? Так, продать тебе что-то можно? А тебе? О, швейная лавка 2. Greetings, stranger. Best goods in the valley. Так, сколько у меня монет? 6066. Ну, отлично. Ну и замечательно. Так, где моя деревня? Где мой дом родной? Так, древо технологии — это ничего, это херня. Смотри, второе задание, вдруг оно тебе только мясо попросит. Да, они сейчас все спать разбегутся. I welcome you, traveler. Так, рыбное филе 1, мясо 6. Ну вот, идем к нему. Greetings. My wares never disappoint. Stranger. Да, свидание. Все, я все взял, что мне нужно. Да, конечно, вот я буду это заниматься всякой дичью, таскать с собой рыбное филе. Я вон бегу в свою деревню. Сколько? 700. Так, быстро сохранились. Да, конечно. Перо, блядь.
Ну, сейчас построим тогда швейную лавку 2 и пойдем в эту, в пещеру. Блять, там волк, что ли, или рысь, блять. Олень, блять, бодается. Да, я сохранился, когда вышел из деревни. Помыться еще пора. Так, 500 метров. Что может пойти не так? Да все что угодно. Орланы. Ага. Ну какой... Какой нахер гриб? Мне не нужен гриб. Мне нужны подорожники. Мне волк снял немного хп. Двадцаточки, мне кажется, хватит должно. Хотя мы выяснили, что подорожники меньше лечат. Больше лечат одуванчики. Но одуванчики сейчас не растут. Одуванчики растут весной и летом. Бля, олень даже показывается зеленым. Не показывается? Охренеть. Да нет. Так, ладно, хорош. Так, все. Восполнились. Точнее, сейчас придется, наверное, прийти в деревню. Ну, конечно, мы обозначим постройку. Но, может быть, сделаем ее даже. И ляжем спать до следующего дня. Ну, как бы эти швейные там, ну, вообще вторые стадии построек надо делать, потому что первые стадии довольно быстро приходят в негодность со смены сезонов. Так, а молоток-то у меня есть? Есть. Так, свинтусы. Хрю-хрю-хрю-хрю. Так, здание производства швейное номер 2. Так, ну поехали. Бревна. А у нас хотя бы бревна-то остались в этом. Да, есть еще бревна. Так, сможем ходить? Ну да. Реально, а когда куры сделают что-то там типа своего потомства? Мне очень интересно. Типа у свиней это все быстрее получается? Угу. Так, еще 5, 5, 5, 15, 20,
Ну, короче, можно смело опять 25 брать, и то потом придется добавить. Ну, погнали колотить дальше. Да совсем темноты надо справиться. А у меня факелов нету. Ты уверена? Ну, можно потом в него сходить, ладно. Я привык просто в это ходить. Интересно, мне когда-нибудь чувак перестанет уставать? Так, 10 бревен. Да, еще 10 бревен. Еще 10 бревен и сколько этих 18-36 досок, я не донесу, наверное, сразу. Бревен 10. Доска. Донесу, ладно. Темно просто, уже нихера не видно. У меня еще факел нету. Поэтому надо скорее доделывать и идти спать. Уже потом с водой и едой разбираться в следующий день. А, слишком много досок взял, кажется. Надо было 24. Так, главное, чтобы молотка хватило. Но молотка вроде хватает. Ну все, готово. Прекрасно, замечательно, отлично. Так, теперь только в темени в этой найти, куда мне идти. А еще у нас чувак, блядь, пыхтит. Так, переложить обратно бревно, доска, перо. Так, идем в свой каменный дом. Спать следующий день. Так, что мы... Давай посмотрим, что они там с полем сделали. Нам-то нужно, чтобы она все сделала с полем. Так, ну с этим вроде прям все. А это ей осталось типа удобрить. Поможем ей немножко. Ну вот. Пока они все спят, мы можем сделать. А, мы воняем. В деревяшку уперся. Так, отлично. Овсяное зерно 11.
Так, 9 ржаное зерно, где у нас тут? Двадцать. И солома. Солома у нас нужно будет сотка. Да. Сотка. Пойдем сделаем 20 корма, отнесем к свинюшкам. Свинюшкам положим в мешок, чтобы им точно хватило до следующего сезона. Точнее, не до следующего сезона, им нужно продержаться, а до весны, когда будет сбор урожая. Так, и нам нужно сейчас срочно положить это в компостную яму мясо всякое. Так, новый уровень земледелия. Да ладно, блядь. Офигеть, блядь. Так, здесь корм наполнили. Давай это этим тоже докинем. Бля, курица, не мешайся. Сделали. И остаток положим свиньям в мешок. Так, ну тут еще нормально корма. Должно хватить им. Так, навоз собрали. 5, блядь, съебись. Так, 8 удобрений. Так. Так. Удобрение сюда. Ну, навоз тоже сюда положим, пусть он лежит здесь. Так, вода, еда. Так, бурдюк, кстати, наполним. Так, попили. Так, что-то можно взять поесть. Но вот это мы переместим в компост. Это оставим, пусть они из этого что-нибудь сделаем. Так, ну вот так достаточно. Так, мясо обычно сюда. Это сюда. Это сюда. Маловато, можно было бы еще закинуть. Ну ладно. Да похер, ладно, пусть столько будет. Так, земледелие, что мы можем здесь вкачать? Не вижу нихера, сейчас, секунду.
Так, ну ладно, вроде распределил. Сохранимся. Так, бронзовая кирка у нас есть вообще с собой? Есть. Можно бежать. Добывать бронзу. Так, это... Тут все у нас какашками раскидывает, да? Угу. Можем доломать мотыгу свою. Так. Еще пару ударов, и мотыга сломается, я могу бежать. Еще один. Нет, еще один. Все. Теперь точно можем бежать. Сохранимся. Мы ж помогли. Ей теперь меньше делать. А то остается последний денек перед зимой. Интересно, успеет она посадить Роша пшеницу. Ну, ей только в этот раз придется много прям всего делать, а потом получается... У нас, получается, все поле было засеяно овсом. Пока она это убирала, куча времени прошло. Если бы у нас было уже распределено, типа там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, мне кажется, она быстрее бы справилась. Так, медведей, надеюсь, я там нету. Они, надеюсь, не за это. Не зареспавнились там. Так. Да что ж так устаешь-то, чувак? Спокойнее, спокойнее. Я бы бегал по дорожкам, если бы его так горы не расстраивали. Ну, что ты пода... Блядь, медведь. Да ты гонишь, блядь. Слышь, котик, у меня тоже медведи зареспавнились. Вот это да, блядь. Вот это да. А я думал, у меня не будет такой херни, что медведи респавнятся возле пещеры. А вы посмотрите на этого молодца, блядь. Садить тебе болт в череп, медведь. Получил косолапый. Куда улепетываешь-то, а? Я тебя сейчас догоню. Куда ты помчался, блядь? Он видит, что я за ним бегу, что ли? Дёру дал, блядь. Ты ж сдохнешь все равно. Где-нибудь там, на пустыре. Стой, блядь, косолапый. Все, блядь, готов, косолапый. Так, а из тебя что-нибудь полезного может вылезти?
Типа там медвежья шкура, медвежий клык, деревянный болт, мясо, мех. Вообще бесполезный, блядь, кусок шерсти. Так, а бочки тут все, да? Не, нет, не наполняются заново. Нет, бочки... А, вон тут бочка, кстати, лежит еще какая-то. Вот эту я не видел. Опа, медная руда. Оловянная руда. Оловянная руда. Оловянная руда. Да какой нахуй зверобой? Ты чего? Блядь. Так, оловянная руда. Но этой бочки, кстати, раньше здесь не было. Это вам как Костя Дзю говорю. Так, инвентарь. Сколько у нас осталось? Мало. Тогда выкидываем нахер это мясо. Оно мне нахрен не нужно. И мех этот. Драгоценный, блядь. 35 из 65 есть у нас килограмма. Значит, берем и делаем. Так, все, это сделали. Так, а факел так и не создали. Печалька. Надо посмотреть, наверное, в хранилище где-то лежит факелов в запасе. Так, нужно набрать одинаковое количество, там типа по 12 того-того. Так, камень сюда. Так, медная 16, оловянная 4. Пойдем оловянную искать чисто. Надо взять 50-50 и не это. Это соль? Это соль. Это нам не надо. Соленое мясо мы не создаем пока что. Да и нахер оно нам надо. Так, оловянная руда. Так, еще нужно. Еще 5 штук нужно олова. Еще 3 штуки олова надо. Так, ты олова. Блядь, да ты серьезно? Одну штуку олова он будет мне это... Голову трахать. Бля, пиздец. Так, это получается по 8 того-того делается. Ну ладно, ок, побежали. Как раз 64, да, из 65. Прям чётенько. Надо было, конечно, на полу посмотреть. Но бить киркой нам нужно... Потому что это прокачивает у нас... Прокачивает у нас навыки, необходимые нам для постройки шахт в дальнейшем. Поэтому не выёживаемся, долбим и идем плавить. А плавка конкретно у нас вроде ничего не добавляет, если не ошибаюсь. Только долбежка. Давай, чувак, поднажми. Немного осталось. И впереди зима, получается. А что делать зимой? Зимой можно сгонять к водопаду, посмотреть, может, там кто-нибудь сдох, нам что-нибудь оставил. Вдруг такое произошло. Зайцы носятся, блядь, туда-обратно.
Тихо, не уставай, ты чё? Так, и бежим в кузницу сразу. Так, а мы тем более кузницу переделали на вторую. Это вообще замечательно. Ну и, наверное, сразу сделаем там, например, один бронзовый нож. Там топор, мотыгу. Я хз, что еще сделать. Наверное, не все у нас получится сделать сразу. Надо посмотреть в хранилище сначала, что там есть. Так, сколько у нас получится бронзовых? 8. Маловато. Можно еще вот так сделать. Так, оловянный один. И этих еще 2. Итого у нас получится 10 бронзовых. Отлично. Смотрим, что у нас бронзовое есть. Так, бронзовое, оружие нет. Железные инструменты, бронзовые инструменты. Коса 4. Так, мотыга. Надо бы это купить. Мотыга бронзовая, коса, это у нас уже 6. Ну и топор, например, сделать. Да, получается так. Значит, это здесь одно бревно. Здесь одно бревно, одна ветка. И здесь еще одно бревно. Так, 3 бревна, одна ветка. Ну и зимой опять сходить туда. Потому что сейчас эти из декрета выйдут, они начнут ножи, блин, щелкать только так, блядь, как семечки, нахрен. Так, бронзовые инструменты. Коса поехала. Мотыга. И топор. Главное еще следить за своей киркой. Ну, конечно, мы каменную в случае чего сможем сделать. Поэтому не особо напрягаемся. Но все же. Так, перемещаем сюда у нас бронзовая коса 100% и бронзовая мотыга 100%. Что у нас остается здесь из инструментов? Коса есть, мотыга есть, еще одна медная мотыга, ну и 2 серпа. Сумки нету, надо сумку сделать. Из чего делается сумка? На всякий случай перестрахуемся, сделаем. Так, верстак. Рюкзаки и сумки. Кошель. Нет, это не то. Разное. Наверное, вот здесь. Мешочек кожи 3. Сумка кожи 2. Льняная ткань 2. Так, ладно, сейчас. Кожа 2, льняная ткань 2. А льняная ткань... Из скольких нитей делается, если что? 1.
Ок, сейчас сделаем. Поросята хрюкают. Так, поели. Поели, за кожей теперь идем. Так, не сюда. Кожа 2. Льняная ткань. Давай возьмем 2 льняные нити, переделаем просто. Ой, не туда. Так, льняная ткань, 2 делаем. Капец, долго. Так, и разное. Сумку сделаем. И скинем ее туда. Готовишь на. Так, сумка. Да, все есть теперь. По идее. Ладно, давайте пойдем посмотрим, что он там делает. А уже просто все заканчивают, такое ощущение. Успела она посадить? Или нет? Бля, тёлка. Не засеяно. Она, короче, нихера не справляется. А здесь тоже? Может ей помочь? Не, где-то она рожь уже посадила. Может, и здесь уже посадила, нет? Да нет, нихера. Может, тебе помочь, блядь? Да, чувак, хорош вставать-то, блин. У нас там, блядь, поле не заседено, ты устаешь. Пойдемте делать свою мотыгу. И на поля, блядь. Так, медные инструменты. Мотыга. Так, где она? Медная мотыга на шестерку. Взяли в руки, побежали. Не, смотри-ка, она все расчесала уже. Так, ну тут удобрение нужно. А у меня есть удобрение с собой? Нет, нету. А что она засевает? Ну, рожь, само собой, да? Ну ладно, раз она справляется, не будем ей мешать. А куда она пошла? Типа все, конец рабочего дня? Ну, видимо, да. Пиздос. Что я могу сказать?
Ладно, посмотрим, а сколько там это нафармил. Семян ржи. Овса, точнее. 362, бля, 382. Жестко. Еще до хера осталось. Солома сколько? 841. Жестко. Да, короче, они все по домам пошли. Так. Ну, тогда и нам тоже, типа, нужно закругляться и, типа, идти спать до следующего сезона. Почему бы нет? Так. Значит, сезон закончен. У нас начинается... зима. А зимой что мы делаем? А мы пойдем опять в этот. В пещеру добудем какие-нибудь меди, оловы. Сделаем, короче. Чего? 13 минут. И сделаем, короче, нужные нам инструменты. Так, здесь что еще можно вытащить от вас? Так, ну яйца сами сгниют. Так, 35 мяса отсюда точно уходит. И идут они в компостную яму. Гриб тоже сюда идет, зверобой тоже сюда идет. Ну и отлично. Ну и замечательно. Можно идти спать. Погнали. Что прохудилось? Что сломалось? Давайте сразу смотреть. Но это жестко. Сколько там камней нужно, чтобы сделать нормальный дом? У нас кто-то камни собирает. Да. Давайте все и возьмем. Бля, перегрузился уже. Пойдем их вытащим всех на холод. Бля, нужно самим бы было переодеться. Зима-то началась. Блин, пиздец, конечно, она не досеяла там. Мне это не нравится. Когда он тебя на ноги встанет и будет чинить дома сам? Так, тут была стена с окном. Каменная стена с окном. Так, тут стена без окна. Каменная стена без окна. Чё ржём? Так, стена. Так, это тоже убираем. Стена. На три стены хватит. Но, видимо, придется самому еще камни дособирать. Так, здесь была стена с окном.
Так, бревен нету. Пиздец. Так, камни. Бревна сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь бревен и камни пойдем собирать. Бля, жестко. Это жестко. Так, бревно. Восемь. Так, и крышу им тоже нужно дощатую сделать. Чтоб они херней не занимались. И жили в нормальном доме. Так, камень. Камень. Так, и переодеться нужно. Сейчас дом доделаем, переоденемся. Сколько тут камней? Да, что-то у меня чувак прям начинает замерзать. Так, это с дверью. Чего ржем? Ты бездомный пока что. Понимаю, что тебя так веселит. Остаться без дома — это весело. Так, ко мне, кажется, еще нужно будет. Ну да, камни 4 точно. Так, вот здесь где-то видел рядышком. Раз, два, три, четыре. Так, ну и крышу им нахер разломаем. Блять! Молоток сломался. Так, нужно 24 доски. Так, доска. Досок много, не будет вообще. 24. Так, и надо сделать молоток медный хотя бы. Из чего делается медный молоток? Ветка 1, медный слиток 2. Есть контакт. Так, взяли в руки, побежали. Так, здесь у нас дощатая крыша, поехали.
дощатая. Блин, ну если у нас на один дом так много времени уходит, чтобы его ремонтировать, ну хэзэ. Так, все, готово. Заселяем бездомных обратно. Все. Все заселились. И что у них по настроению теперь будет, нормально? А кто у нас скучает? Ну, какие-то ебланы скучают, остальным всем все нравится. Так, инвентарь, еда. Надо забрать у них немножко сушеного мяса еще. Так, а сюда? Ну, получается, никто не вышел. А сколько им годиков этим? Так, ну одному уже два, как бы. А что, блядь, происходит? Почему не на работе? Так она была назначена или нет? Да. Жестко. Так, подожди, сходим сейчас туда, в эту в лачугу, там, где она была. Там, где она живет со своим ребенком. Ну да, она типа метет. А где ребенок? Нет, где сам ребенок? Типа, я его сейчас не вижу. Где? Ага, блядь. Опа, здравствуйте. Чё топаем? Ты пацан или не пацан? Кто ты вообще по жизни? Пока-пока. Так, а кто у нас что жалуется? Кого что не хватает? Управление. Да ты серьезно? Топор сломался, блядь. Я только делал бронзовый топор, блядь. Пиздец, короче. Цыплята. Стой, сука. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Ладно. Ой, ёб твою мать. Что-то к зиме все пошло по пизде, вот что я могу сказать. Я еще даже не успел переодеться, это просто ахер полный. Жопа, просто жопа. Так, медные инструменты, медный топор нужен. 4 нужно, блядь. Блин, я только осенью, короче, сделал топор бронзовый и положил его в хранилище. Вот прям за день просто до зимы. И что он сделал? Он его уже куда-то просрал, блядь. Стоит, сука, блядь, метет. А, нет, я его не положил, что ли? Не понял я. Возможно, кстати. Ладно. Ладно, похер. Так, автосохранение. Пойдемте оденемся и пойдем чинить этот
Такс. Нам не хватает веток. Нам надо одеться, во-первых. Так, берем шапочка, накидка, перчатки, сапоги. Одеваемся. Так, ненужное нам перемещаем сюда. Все, теперь нам тепло, пиздец. Идем, собираем ветки, блядь, берем солому, идем латать курятник. И смотрим, тогда у нас еще что по ремонту. Да, блядь, возьми ты в руки. Петух, не ори, блядь. Так, с крыши норм все. Норм все. Так, свин сидит, грустит, блядь, дома, блядь. Чё ты расстраиваешься, свин? Так, это копает глину. Глина у нее не убывает, блядь. Жестко. Так, говоришь, чё, заново надо назначить? Так, этот ребенок, его пока ничего. Ты у нас кто? Так, это пока мать, и это пока ребенок. Это пустая ячейка. Так, и здесь получается. Так, охота. Охотничий домик 2. Чего они у нас будут добывать? Ну, давай все то же самое. Здесь 33. Здесь 33. И здесь 33. Сейчас они скажут, а дай-ка ты нам ножей, пожалуйста, добрый человек. А я им скажу, а идите-ка вы все нахер, блядь, со своими просьбами. Дай-ка я сделаю ножей каменных. Штук 10. И положу их в хранилище. Потому что в этот день, который начался, мы, наверное, уже не добежим. Сейчас пока все допроверим. По поломкам. Мы не успеем никуда сбегать, ни в пещеру, никуда. А ножи они очень быстро схлопают. Схлопнут. Так, сколько там веток? 36. Не вижу ни хера, конечно, блядь. Так, ветка 50 вроде было. Камень сколько? Блять. Какая же хуёвая тут вообще это. 13. 7 камней нужно. Камни где? Так, раз, два, три, четыре, пять. А чё, куда можно пиздюка назначить? Прям двухгодовалого? Ты сейчас серьезно? Ну ладно. Ну чё, будет мини-охотник, что ли? Ну попробуем, конечно.
Да капец, ты как долго делаешь-то эти ножи? Сделал, наконец-то. Так, у нас этот домик еще пока что ни разу не переделанный. Ну да, но ему пока норм. Дождемся, пока он ёбнется. Так, в хранилище. Кидаем каменные ножи. 10 штук. И чё стоим, не работаем? Hello. Настроение 41. Чё, всё? Типа из декрета вышло, всё? Настроение упало? Так, говоришь, управление. Так, охотничий домик. Ой, не то. А нельзя тут никого назначить. Так, ну-ка попробуем на него так нажать. Что тут трясешь? Hello, mister. Hello, mister, блядь. Житель слишком мал для работы. Понятно? Но у него зато изначально уже вон добыча 3, охота 3, дипломатия 3, выживание 3, ремесло 3 и только сельское хозяйство на двойке. Так он вообще, блин, это идеальный солдат, блядь, подо все. Малой, расти быстрее, ты нужен этой деревне. Так, ладно, что у нас осталось? Недочиненное, ремонт. Смотрим, что еще у нас успело наебнуться. А это, которое поле засевает, получается, до конца нам ничего не засеяло. И сейчас она что, вала ебет, грубо говоря? Зима, потому что зимой ничего не сажается, кроме моркови. А морковь я не ставил на посадку. Ну, я не вижу, что он тут делает, в общем. Ну, раз не гавкает то, что ей там не хватает работы или еще чего-то, мне вообще пофигу, как бы. Можем взять в руки лопату, пойти покопать глину, потому что сегодня мы уже никуда не бежим, пока просто добежим до пещеры, это уже будет крах. Цыплята появились, это, конечно, здорово. А это значит, что они еще будут жрать больше. Вместе со своими, блин, петушиными родителями. Кто, куры мало кушают, говоришь? Я что-то не уверен. У тебя и поросята тоже мало кушают. А на самом деле они жрут еще как просто. Так, отлично. А это что у нас? Это кузница номер 2. А это что? А это кухня. Не прохудилась нигде, потому что она из тех, кто любит прохудиться. Так, глину выкопали. Ну, дай-ка мне взглянуть. Что тут, типа, здание, добыча где? Добыча. Бля, как же далеко еще до этого? 1946 из 5000. Так, а это что? Дровяной сарай. Второй. 1946 из 200,5. И что еще остается? Хижина травника, выживание. Нужно до 2,5 прокачать. Жестко, что я могу сказать. А строительство у нас качается постройками и ремонтами всякими.
Блин, давайте тогда собирать на прокачку всех домов. Один мы вот тут доделали. Где он, блядь? А, тот мы сделали, вот этот он. А известняка у нас нету. Ну так, чисто интересно. Есть 6 штук. А с помощью молотка он, да, утепляется? Так, утеплить. Капец, нужно много известняка, чтобы утеплить. Жесть. Ладно. Парень, не ходи просто так без дела. Давай я тебе кирку дам, блин, пойдешь добывать известняк. Так, чё опять наебнулось? Амбар. Нет материалов? Нет материалов? Ну и пошел ты нахер, короче. Потом будь зерно весной, будешь работать. Так, а я куда бежал? Я бежал за известняком. Известно куда. Так, известняк 2, камень 6. Маловато как-то. Тут только камень, блядь. Так, а с чего у меня здоровье отнялось? Я что-то не понял. Так, известняк 4. Так, тут только камень, блядь. Так, известняк. Так, ну вот это добьем тогда, отнесем камни в дом, который у нас будет следующий улучшаться. Ну вот тот, у которого, наверное, одна стена сделана. Мы прям внутрь камни скинем. Вот. И потом вот этот на очереди, который еще ни разу ничего не делалось. Но это нужно делать. Так, скидываем, короче, камень 36 штук сюда вот так, хып. Так, и берем в руки молоток, делаем утеплить. Так, отлично. Давайте, пока еще совсем не стемнело, пойдем дособираем.
Тебя ждут в чате. В каком? Душная и точка. Какой сейчас год? 2023. Так, а я что хотел сделать? А я хотел добежать куда? За камнями, пока солнце не село. Так, камень есть, известняк есть. Дальше пошли. Так, здесь просто камень. Ок. Так, чувак, спокойно. Отдыхаем. Так, ну ладно. Пойдем это тоже отнесем. И надо идти спать. Тихо, чувак, спокойно. Так, это есть. Это все. Так, сюда мы камни скидывали, да. Видишь, как я придумал прикольно. Не рядом с домом что-то кидать, а им в дом кидать, короче. Видишь, у них камни валяются. Я собираюсь реновацию сделать. Я скинул сюда камни, чтобы не на улице они лежали, а здесь. Так, все. Так, что у нас здесь? Гниль. Да, компостная яма — это топ вообще. Топ за свои деньги. Сейчас сделаем удобрение из гнили и двигаем в наш дом. Давать чуваку отдохнуть. На следующий день нужно бежать, короче, в эту пещеру, собирать медь, олово, штуки, не знаю, по 20, что ли, собрать, 10-10, и получается у нас, ну, как минимум, потому что нужно два ножа сделать, жестко, отлежало, может быть, так. Удобрение 27. Поехали. Поехали. Так, вот теперь ко сну. Так, следующий день. До следующего дня дотянули. А интересно, когда каменные дома разрушаются, у них тоже дырки появляются в стенах? Очень интересно. Так, ну короче, я их это кину сначала через хуй с ремонтом. У меня есть дела поважнее.
Так, в инвентаре у нас ничего лишнего нету. 30-65. Значит, 35 килограмм мы сможем принести. Бронзовая кирка запасная, если что, есть. Все, погнали. Быстрое сохранение. Бля, надо себе коня, короче, завести. Я потому что уже заебался вот так вот бегать. И тем более у меня выносливость не бесконечная. Это не очень все круто. Так, а где здесь эти дровосеки, лесорубы оставляли какую-то нычку? Теперь ничего нету вообще. Так, ладно. Так, сколько вы договорились? 20 меди, 20 олова поднять. Из них делать по 10 слитков и сделать 10 слитков бронзы. Главное, чтобы опять медведь не зареспавнился какой-нибудь. Ну тихо, чё? Как же, конечно, напрягает эта шляпа. О, смотри, почки респавнулись. Так, медная руда есть, оловянная руда есть. Медная, медная, оловянная, медная. Прекрасно. Блядь, замечательно, сука. Шерстяной конь, блядь. Где этот конь шерстяной? Ну и где ты? Стой, остановись. Куда помчался-то, блядь? Ты хочешь ко мне залезть, что ли? А не завернуть тебе, блядь, куда-нибудь, чего-нибудь? Да стой ты, сука, на месте, дай тебя выстрелить-то. Чёрт, блядь. Ой, сука. Ты рамсы попутал, что ли, Мишка? Все, сдох. Охерительно. Главное теперь не умереть самому. Так, ладно, погнали. Блядь, все никак факел не сделаем. Жесть. Так, медная 8. Так, медная 18, да? Так, 2 медных, 18 оловянных нужно. Так, 13 оловянных осталось.
Так, 9. Нужно 9. Так, 7 еще нужно. Так, камень выкидываем. Так, 3 олова еще. Берем и съебываем из этой пещеры. Так, 20-20, все, отлично. Быстрое сохранение. Я придумал, что сделаю. Я, короче, сделаю 10 бронзы. 4 оставлю про запас на всякий случай на кирку. 6 возьму, сделаю из них ножи. Блять, у нас же еще один человек киркой пользуется. Это камнедрочер, или как там эту тёлку зовут? Ну, в общем, ей тоже нужна и кирка, и лопаты, и вот эти все. Ну ладно, мы сначала сделаем ножи, потом в следующий день мы сгоняем. Добудем еще, сделаем, например, кирку дополнительную для этой с лопатой. Ну и уже весной сгоняем, сделаем еще один топор. Блять, мотыги, косы, блять. У нас только... Короче, надо все это автоматизировать. Покупать коня, чисто самому гонять за этими. Ну, пока у нас нет шахты, пока нам некого поставить. Самому, короче, мотаться за всей херней. О, топор нашли, смотри-ка. Причем, блядь, бронзовый. Заебись. Какие ветки, блядь? Сливовое вино мне отдай. И вишневое тоже. Кто-то подбухивал, короче, сидел. Так, ржавый хлеб. Точнее, ржаной. Соленое мясо, слоеное мясо. Так, пшеничное пиво. Бутылка, бутылка. Быстро так сохранились. Потому что вдруг сейчас кто-нибудь вернется за своим пивком. А мы-то его подпиздили уже. Да, ворона, нахер иди отсюда. Так, наш домик немножко левее, да. А да ладно, короче, не будем мы это делать дополнительную кирку. Точнее, оставлять руду, короче, специально для кирки. Мы сейчас сделаем 3 ножа, 1 кирку, избагрим все в хранилище. И пойдем ломать дом. Так, сейчас только скинем. Что тут нужно скинуть-то? Вино сюда, пиво сюда, хлеб сюда, вино сюда, слоеное мясо сюда. Пойдет. Бутылка, бутылка сюда. Так, отсюда что нужно? Бревно, раз, два, три. Нет, бревно один. А эти ножи из веток делаются? Или из бревен? Бронзовые. Не помнишь? Так, медный слиток, поехали.
Так, теперь оловянный. Так, теперь бронзовый. Я уже так давно всякой фигней занимаюсь, мне что-то... А что мне дали сегодня ачивку? А, земледелие. А что остальное что-то не это? Как-то ни того, ни этого. Так, бронзовое, нет, не оружие, бронзовые инструменты, это у нас ебаный сраный. Кирку делаем одну. И три ножа. Потому что у нас одна из декрета вышла охотница, и они сейчас будут их только так делать. Так, бронзовые инструменты, три ножа, погнали. Ну, вон, типа, хотя бы за кузницу мне что-нибудь дали бы, а то что-то как-то это не круто. Так, а куда это я? А куда это я? О чем это я? Сейчас все кладем сюда. Так, инструменты. Бронзовая кирка, сотка сюда. Так, и бронзовый нож, сотка, три сюда. Давайте посмотрим здесь, что у нас по инструментам есть. Бронзовая кирка один есть. Бронзовая лопата есть. Немножко израсходована. Бронзовый нож вполне. Так, ведра тоже собираем. Медная лопата, каменные ножи еще есть. Молоток у нас медный тут есть. Ок, ладно. Так, а топоры парочку штук я, получается, положил в этот, прям в дровяной сарай. Так, а что у нас теперь по мясу, по житнице? Капец, тут ведер с водой, ладно. Так, мясо 67 уже. Сушеного. А сушеного что так мало? Давай им зажарим тогда 27 штук. Не, давай пожарим 30, короче. 15 положим себя, 15 себе оставим. 15 себе, 15. Ну, типа, да, ну ты понял. Типа, 15 положим туда и 15 возьмем себе. Так, 30 штук, поехали. Ну, это, наверное, последнее, что я сегодня сделаю. А то уже что-то замотался прям бегать. Ну, еще можно, конечно, чувачку помыться, попить водички, поесть. Сделать сохранение, а, видимо, дома будем достраивать, превращать, точнее, их в каменные уже потом дальше когда-нибудь. Ну, у меня там многие зеленым вообще-то. У меня только что-то эта охотница расстроилась, то, что ее сразу на работу послал после того, как она это из декрета вышла. Почему бы? Странно, да, как-то?
Чего ты так долго его-то жаришь? Так. Ну, потом. Я видел то, что есть такая функция. Но у меня пока... Да, но у меня сейчас нет времени на этих вот этих маленьких проходимцев, которые не хотят работать с двухлетнего возраста. Если бы он, конечно, пошел сразу работать, я, может быть, такой сказал: ну ты молодец, вот тебе игрушечку. А так он живет, блин, пьет воду, ест мясо и нихера больше не делает. Да ёпта. Сейчас я только помоюсь сначала, а то он, блядь, испугается меня нахер. А нахер он в перчатках моется? Дурачок совсем. Ладно, помылся, как смог. Так, ну и где это? Личинка человека. Да блять, где эта херня? Вот он, блядь. Hello. Так, я принес тебе кое-что. На тебе. О, репутация даже. Подвинься, сынок. Пока-пока. Так, что, у вас тут камни лежат? Так, а сколько бревен нужно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять бревен. Давайте пока только стены сделаем. Как говорится, не все сразу. Причем крыша у них сделана уже деревянной. Уже меньше работы нужно делать. А чем ее утеплять можно, интересно, крышу? Или крышу можно не утеплять? Угу. Так. Чтоб не забыли. Так, стена, обычная стена. Здесь. Разъебали. С окном. С окном. Здесь разъебали. Ну, я понял. Так, здесь обычная стена. Стена. Так, здесь. Да ебать. Стена с дверью. Каменная стена с дверью. Здесь без окна. И здесь с окном. Теперь взяли в руки. Нормально пока. Так, главное, чтобы он сейчас не сдох в процессе стройки дома. А то он у меня пиздец какой уставучий. Ну. Да, мне прям интересно, сколько живут эти каменные дома. Так, камни закончились.
Ну вот и все. Ну пока хватит. Но потом, да я вижу, что они говенные. Так, пустая ячейка. Кто тут у вас сын? Всех вместе сюда. Оп. И? Отлично. Ну вот у меня только почему-то четырем как-то... А, нет, троим. Троим как-то херово. Остальным всем заебись. Ну вот, потому что их дом тоже утеплишь, и они похожи. Ну, короче. Как-нибудь потом. Так, инвентарь. Жареное мясо поели. Быстрое сохранение сделали. А на этом пока что все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Будем доделывать домики. Может быть, какие-нибудь доделывать задания. Ну, а пока вот так. Всем спасибо. Всем пока.